Блуп, блуп, блуп. Ребята, привет! Сегодня мы с вами будем лепить. Блуп. Вообще-то это низкочастотный звук, который засекла аппаратура на дне океана. Причем здесь рыба непонятна. Может быть, из-за того, что они говорят, что этот звук издает рыба огромных размеров, длина которой может доходить до 300 метров. Представляете? Ну, конечно же, никто эту рыбу не видел, но предполагает, что это глубоководная рыба. И вот такую рыбу я увидел на картинке, и сегодня мы попробуем с вами ее слепить. Но эта рыба необычная, а она будет стоять на четырех ногах, точно так же, как на картинке. Такую сегодня мы с вами и будем лепить. Делаем ей заостренный нос, но не сильно, а так, примерно. Вот такая форма должна у нас с вами получиться. Потом берем и тихонечко ее всю обжимаем, как бы делаем ей массаж. Затем делаем волнистый хвост, все-таки это рыба. Берем светлый пластилин, у кого есть желание, можно взять фиолетовый, синий, и вот такими движениями наносим, для того, чтобы она у нас с вами получилась неровная. Потом делаем плавники, делаем небольшой вырез, полоски на каждый плавник, и хорошенько их прикрепляем. И придаем вот такую ему форму. Потом немножко берем и их как бы замазываем. Делаем жабры с каждой стороны по 5 жабер. И немножко их приоткрываем. И настала очередь сделать ему 4 ноги. Ноги похожи на человеческие. Просто будет 4 пальца. И маленький еще отросток в задней части. Хорошенько все обминаем. Чем они будут неровнее, тем лучше. Делаем пальцы, 4 штуки. И ставим их на место. И вот такая чудо-рыба у нас с вами должна получиться. Нам останется сделать ему остренькие беленькие зубки сверху и снизу. Тоже можно делать их неровными, будет даже прикольнее. Чем они будут неровнее, тем лучше. Один короче, другой длиннее. Осталось сделать нам с вами глазки. Вот это пасть. Делаем небольшие углубления и вставляем черненькие маленькие шарики. И делаем еще меньше шарики, зрачки, и ставим их на место. Наш блуп готов. Что это за чудо-рыба, непонятно, конечно, еще и с ногами. Всем, ребята, хорошего настроения. Будем лепить новых персонажей. До новых встреч. Спасибо, что смотрите наш канал. Ставьте лайки. Пока!